Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы начинаем играть в игру новую игрушку Off-Road Travel. И у нас тут есть одиночный режим, мультиплеер пока недоступен. Выбираем тачку. Первая тачка у нас My Car называется. Мишкар какой-то. Ну ладно, поехали. Тут там предлагают сделать покраску. Да, кое-что тут у нас было. Ладно, покраска нормально все. Играем в лесу. Поехали. Улучшай свою машину, понятно, бла-бла-бла. Так, ну вот в таком варианте мы и... слушай. И снова я, впереди будет крутой подъем. Набери максимальную скорость, чтобы его преодолеть. Хорошо. Это нам помощница Настя. Она нам помогает. Рассказывает. О, управляю, чтобы управлять машиной, в воздухе используйте кнопки. Сейчас время отплёте будет замедлено. Чтобы ты смог потренироваться. Потом нажми на кнопку продолжить в центре экрана. Хорошо, понял. Ох ты, ё-моё, нифига. Чё так крутится? А чё так машинка крутится мощно? Я чуть не разбился, мне кажется, нет? Так, это вот красные бочки, это получается бензин мы берем. А, вот, ух ты, нифига. А, куда? Я чуть не разбился. Надо вправо, а не влево. А я влево нажимаю. Хорошо. Так, вот у нас бочки. Так, тихо. Да вот как-то непонятно, понимаешь? Как-то мы еще не поняли, как в нее играть. Ладно, здесь получается еще лебедка какая-то нужна будет. Вот так она. Получается, вот так она делает. Ох, нифига! Нет, надо аккуратно с лебедкой, надо быть аккуратно. Бешеная машинка на самом деле, конкретно. Так, нам еще монетки дают за пройденное, видимо, расстояние. Уже 600 монет. Это хорошо. Так, главное не шмякнуться. Все, отлично. Хорошо, что, конечно, дали там пару секунд. Нам в начале игры разобраться, как здесь вообще. Не разбиваться, но я думаю, мы бы это сами догадались бы, когда пару раз бы разбились. Но пока лебедка нам не пригождается. А что за секунды пошли? 9 секунд, 9, 10. Что это значит? Что это за секунды? Что это такое? Что за секунды такие? Ладно. Мы ломаем ящики, в ящиках еще и лежат монеты. Да. Ну, вроде... Ах, молодец, ты научился основам. Теперь вперед открывать новые карты и машины. Я верю в тебя. Хорошо, спасибо. Что мы здесь получили-то? Результат-то у нас какой? 1000 монет? Открути ящик. Ага. Так, ё-моё. Вращать. Ага, вон как. Интересно, что нам выпадет. Ух ты, Нива. Мы открыли только что бесплатно машинку. Ну давай попробуем. Собери и получи уникальный автомобиль. Так я уже что-то там уже получил. Так, начать сборку. Ну давай. Все, сборка пошла. Сутки должны пройти, чтобы у нас открылась машина. У нас есть новая машинка Нива. Давайте мы на Ниве покатаемся. Можно подвеску, шины улучшить. А что если я подвеску, диаметр подвески увеличу? Типа, мне еще за это деньги надо заплатить. Ну, она же себя как-то вести будет по-другому, правильно? Колеса можно уменьшать, либо увеличивать колеса. Так, ладно, мы пока не будем ничего делать с машинкой. Попробуем, посмотрим, как она будет ездить. А потом уже будем логично потом будем улучшать. Почему бы и нет? Ну что, поехали. Поехали. А, что такое? Подтолкай мяч до финиша, получу награду. Мне нужен мячик еще. К финишу мячик протолкнуть. Вы что, издеваетесь? Я хотел просто покататься. А сколько там? 500 монет я должен? А финиш когда там? Долго, недолго финиш? О, отлетел мячик. Мячик отлетает. Все нормально. Нет, это задание такое, блин. Я хотел просто покататься. Ну ладно. Ну прикольненько сделали машинку Ниву. Вроде бы все понятно. Только мячик не особо катится. Давай как-нибудь его толкануть, чтобы он катился уже до финиша сам. О! Так, главное его не переехать, этот мячик. Потому что... Ну, типа не ускоряться. Сильно ускоряться нельзя, потому что мячик сейчас... Вот, так я и думаю. А назад вообще мы можем ехать? Тут же нету никакого там времени или еще что-то. А нет, время какое-то дается там еще, смотри. Блин, ну да ладно. А то у нас еще и бензин. А, видишь, какая зараза. Пока мы с этим вонючим мячиком занимались, у нас бензин закончился.
Ладно, давайте не будем с мячиком играться. Не знаю, зачем дают такие задания в начале игры. Хочется просто поездить, посмотреть эту игрушку вообще, как чё. Чё кого? Как играть в ней? Так, ну машинка вроде бы не разбивается. Я не знаю, зачем там под... Ой. Зачем там, я не знаю, подвеску улучшать, поднимать, опускать. Как бы и так нормально едет. Хорошо. Подкопим деньжат. Может быть, и улучшим. Может, двигатель улучшим. Я не знаю, вот улучшим двигатель. Мне кажется, и бензин она будет кушать-то. Хорошо. Тоже улучшим, да? Хорошо. Плюс 45 секунд. Это, видимо, мы быстро едем. Это хорошо. А вот и финиш. А, дотолкай мяч до финиша, я получу награду. Ну, не получилось у нас. Мячик влетел. Так, попробуй сыграть в режим дня. Каждый день новый режим. А, ну давай попробуем. Чего ж то нет-то? Чего здесь у нас тут? А, довезите до финиша как можно больше коробок и не выронив их из кузова. Ну давай, поехали. А, тут еще и билетики. А, так, давай. Перевозка грузов. Ох, нифига, какой у нас КамАЗ, ребята. Классный. И у нас есть коробки. И нам нужно аккуратно ездить, чтобы эти коробки не выронились. А вот эти коробки мы разбиваем, да? Получается. Ох-ох-ох-ох-ох, фига. Тут же у нас еще бензин может кончиться. Так, а там когда финиш-то, алло? Тут... А где коробки? Не понял. Что-то я зазевался и вообще коробок не вижу. Куда коробки делись? Я зазевался, я не знаю, я отвернулся. Смотрю, коробок нет уже. Ну, нету коробок, так не... А, нет, вот они лежат. Они там где-то спрятались. Ну, хорошо, ладно. Ух ты, ё-моё. Спрятались там коробки внутри кузова. Ну, ничего страшного. Спрятались, заспрятались. Ох-ох-ох-ох-ох, мне главное тут... А-а-а, коробку одну потерял, алло. Блин, ну ладно. Главное те довести коробки вонючие. Ух ты. А-а-а, в смысле я застрял? А где лебедка вонючая? Подожди. А ты вообще будешь ехать, нет? Блин, что случилось? Смотри, у нас какой-то глюк. У нас и бензин не тратится, да? Давай-давай-давай-давай-давай. Назад не едем, главное. Во. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, чуть-чуть. Во-во. Блин, ну ладно, бензин, главное, не тратится, если то хорошо. Блин, как я так застрял, алло? Я из-за вот этих вонючих коробок переживал. И поэтому застрял. О, сейчас я выйду. Давай, давай. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Да что ты так застрял-то, а? Ребят, ну мы уже реально застряли. Мы уже не двигаемся. Мы уже не двигаемся. Я не знаю вообще, почему здесь лебедки нету. Эта игра рассчитана... Фишка этой игры, что есть лебедка. Ладно, застряли да застряли. Ах, гараж. Угу. Не проехали мы нифига. Поехали, одиночный режим. Так, а я хочу такую машинку, например, купить. Что мне для этого надо? ЕХП. Нам нужно ЕХП 4500, а у нас ЕХП 1000. Ага, опыт. Ладно, давайте поедем на Ниве. А дальше. А мы можем ее покрасить? А, да, есть покраска, смотри. Красную Ниву сделаем, да? Почему нет? Почему нет? Почему не покрасить? Ну что ж, не получилось у меня взять. Ну давайте тогда поиграем 2 на 2. Почему бы нет? С Титаном. Продолжим бой. Продолжим бой с Титаном. Так, у меня Джокер, дружище. О! Так, ух ты, ух ты, ух ты, тихо, тихо, тихо. На! Еще один удар. Готов! Так, подлечиться надо. Ты что творишь, а? На! Против кого ты пошел-то, а? Так, сколько у нас? Победа? 4? 5? 5 дали нам. Так, хорошо. Ага! Смотри, приключение поменялось на атаку в пустыне. Интересно. Денег нет у меня даже повысить. Может, ремкомплект? О, да, давай ремкомплект повысим. Во! Нормалек. Поехали дальше. А, Джокер и обычная кобра. А у меня тоже просто кобра.
Попробуем. Тем более у меня ремкомплект повыше здесь. Так, встанем здесь. Попробуем отсюда стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ракетный обстрел, а. Так, ну давайте подлечимся сразу. Да, не особо, конечно, мне я подлечился. Так, ребята, ну что ж, я приехал. Блин, как неудобно здесь, а, на Титане. Реально. Так, есть, но зато одного я подбил и второго. Да, получилось. Получилось уничтожить. И возьму... А, давай, ладно уже. Полностью на Титане пройдем эту серию. Угу, женец, да? А, у меня, смотри, этот есть. Я надеюсь, он у него прокачанный более-менее танк. Если нет, это будет печаль. Опа, поехали. Так, сразу мы подлечимся. О, давай стой здесь, короче. Ну куда ты побежал? Ты же видишь, что у тебя здоровье слабое. Так, и все. Яжница уничтожена.